Дуброва парк – это название нового жилого комплекса, который скоро примет Новоселов. Его строительство ведется рядом с парком «Дружба». Это будет 16-этажный, 6-подъездный дом с благоустроенной территорией. Подробнее расскажем прямо сейчас. Жилой комплекс ярких идей для вас и ваших детей. Так говорят эксперты по новостройкам о новом ЖК «Дуброва парк». Он расположился в экологически чистом районе города. Прямо под окнами Новоселова будет огромный парк «Дружба», за которым простирается лес. Для прогулок это идеальное место. В парке летом работают аттракционы и детские площадки, а для любителей зимних видов спорта – прокат лыж и коньков, лыжня, каток и горки для малышей. Строители позаботятся об уюте жильцов. Утолщенные кирпичные стены надежно защитят от морозов и непогоды. За тепло будет отвечать современная крышная котельная. Это значит, в квартирах всегда будет комфортно, не холодно и не жарко, а жители сэкономят на отоплении. Жилой комплекс «Дуброва парк» – это огромный выбор планировок. В 16-этажном 6-подъездном доме есть как уютные студии, так и хорошие однокомнатные, двухкомнатные квартиры и просторные трешки. Также есть планировки евроформата с площадью кухни от 17 даже до 30 квадратных метров. В 7 минутах ходьбы от ЖК «Дуброва парка» остановка общественного транспорта, через которую проходит большинство автобусных маршрутов. Оттуда можно доехать до любой точки города. Если у вас есть машина, добраться до нового жилого комплекса еще проще. Продуманы удобные подъездные пути для автомобилей и выделена большая парковка. Для безопасности жителей ЖК «Дуброва парк» будет огражден. Это ограничит доступ посторонних. На территории жилого комплекса высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. Двор спроектирован с учетом современных реалий. То есть будет отдельная парковка для автомобилей, также игровая площадка, которая не будет ущемлять подъезду к дому. Также проектом будут предусмотрены прогулочные зоны и тротуары. Рядом с жилым комплексом «Дуброва парк» 37-я школа. Неподалеку находятся 32-я и 39-я. В шаговой доступности детский сад «Дубравушка» и еще 6 садиков. Также в этом микрорайоне есть аптеки, магазины, супермаркеты, торговые центры. Работают банковские отделения, поликлиника, кафе. В общем, все для комфортной жизни. Приобрести квартиру в жилом комплексе «Дуброва парк» можно, имея на руках небольшой начальный взнос, а также ежемесячный платеж в размере 9 999 рублей. Также каждому приобретателю квартиры будет любой подарок на выбор, а именно кухонный гарнитур, либо дизайн-проект вашей будущей квартиры, или 2 года фитнеса на двоих. Строительство жилого комплекса идет по плану и в соответствии со всеми нормами. Выбрать квартиру в ЖК «Дуброва парк» очень легко. Достаточно позвонить в отдел новостроек компании «ИОФ» и партнеры по телефону 377-022 или зайти на сайт www.iofpartners.ru, где вы найдете всю полную и всегда актуальную информацию.